Слушай, анекдот. Ходит, говорят, в Бозоне ходячая аномалия. Не пьющий и не курящий сталкер. Приманивается на запах молочка или манной каши. Способ дистанционного обнаружения на расстоянии. Некоторые от пешочек Бегера зашкаливают. Блин, так не смешно же. Значит, и попрошайничает жалостно. Водички, водички попить. А тут из палатки навстречу ему высовывается рука, из-за горла его цап! И такой сиплый голосок отзывается тихонько. А тебе моя водичка зачем нужна? А где смеяться-то?